манеры суетиться, кричать, строить из себя экспертов, надувать щеки. А давайте смотреть на факты. Во-первых, Сергей Кожугет Шойгу пошел на повышение. Пошел и пошел, хочется сказать, Сергей Кожугетович. Не скучаем, не целуем, не любим, будьте нездоровы, Сергей Кожугетович. Ну и вся, собственно, элита российская вместе с Кожугетовичем вместе. Тем не менее, Кожугетович пошел, можно сказать, на заслуженный отдых или же на скамью, к сожалению, не подсудимых, но на скамью запасных. Новый министр обороны на территории России, старый новый президент выбрал нового себе министра обороны. Им стал неизвестный до этого Белоусов. Я так понимаю, на территории России его как бы кто-то знал. Мы на территории Украины его понятия не имели, кто это. Мужчина в синем галстуке. Тем не менее, большие изменения грядут, я так понимаю, на территории России. Игорь Александрович, что думаете по этому поводу? Я думаю, что на самом деле, конечно, там, ну, насчет Кожугетовича это отдельная история. Что касается Белоусова, то, ну, в принципе, знали такого, что был такой, вернее, есть такой экономист, который все время постоянно предлагал вернуться в Советский Союз, учинить какой-нибудь большой госплан, который будет все планировать и который в конечном итоге будет мобилизовывать, строить такую мобилизационную экономику из единого центра планируемую. И все, чтобы, так сказать, все, чтобы на войну, все, чтобы на нее родимую. Значит, Путин явно понимает, что, в общем-то, с этой войной что-то идет явно не туда. То есть никакого Киева за три дня не получается, вообще ничего не получается. В общем, короче говоря, что-то надо перестраивать. И затеял он перестройку. По сути дела, то, что он затеял, это явно какая-то попытка устроить некоторую такую перестройку в фашистском рейхе. Путин явно планировал, не знаю, насколько у него получится, отказаться от такого мафиозно-понятийного государства и пытается его перестроить на основах более функциональных, ну, скажем так, вместо понятий законы военного времени. То есть, ну, Шойгу – это, в общем, такой, так сказать, близкий дружбан, с которым он и шишки ездил в лесу собирать, в тайге и так далее. Значит, вот, отказавшись от него и взяв, в общем, совсем, так сказать, неприятельски близкого Белоусова, вот пытается построить на основе каких-то вот функциональных отношений. Значит, Белоусов человек, который должен выполнить несколько задач. Во-первых, он должен выполнить задачу аудитора. То есть он должен навести порядок в своем ведомстве, вот в этом гигантском аппарате Министерства обороны, который занимает, ну, примерно треть бюджета. То есть каждый третий рубль в России – это рубль, который находится в ведении Министерства обороны. И задача заключается в том, чтобы каждый этот рубль, он работал на убийство украинцев. То есть в этом смысле задача Белоусова – это задача аудитора. Сможет ли он эту задачу выполнить – это большой вопрос, потому что на самом деле ему противостоит гигантский аппарат, гигантский механизм, который весь заточен на коррупцию. Ну, по крайней мере, такая задача у него точно есть. Вторая задача, гораздо более масштабная, это задача перестроить всю российскую экономику и сделать ее экономикой не, так сказать, той, которая есть сейчас, а экономикой такого сталинского типа. Но эта задача вообще неподъемная, тем более, что он, Белоусов, не является премьер-министром, а он как-то должен подмять под себя
вот нынешнюю команду экономического блока. Это Силуанова, Набиуллину, Мишустина. То есть на самом деле вот таким вот образом, пытаясь сделать перестройку, Путин создал внутреннее напряжение в самой системе. То есть запустил вот этого вот ежа в виде Белоусова, который должен фактически изменить логику системы. Есть ли у него на это полномочия, не знаю, но во всяком случае есть еще одна серьезная проблема, которая, вернее, неизвестная. То есть мы этого самого, вот вы Белоусова вообще не знали, а мы-то его немножко знали, но мы его знали как человека, который что-то говорит. Но мы не знали Белоусова как человека, который что-то делает. Я не знаю, есть ли у него, и никто не знает, есть ли у него какой-нибудь административный потенциал. Есть ли, потому что он никогда в жизни не находился в такой роли, он никогда ничем толком не руководил. Имеется в виду, так сказать, вот таким большим и относительно автономным. То есть это большой-большой вопрос, насколько он сможет решить вот эти вот огромные задачи, которые перед ним явно поставлены. Поэтому это большой вопрос. И большой вопрос, сможет ли он каким-то образом подмять под себя команду Мишустина. Тоже большой вопрос. В любом случае, это назначение, это плохо для Украины, потому что ну, хоть какую-то, хоть как-то задачу аудита он сможет решить. Это означает, что вот в этом гигантском военном бюджете, которым теперь распоряжается Белоусов, в нем больше будет идти на войну. Потому что, конечно, в отличие от Шойгу, чем он точно от Шойгу отличается, что он, конечно, не такой несусветный ворюга, как Шойгу. Потому что то, что мы видим, те миллиарды и миллиарды, которые как не в себя воровал Шойгу, его приближенные, конечно, здесь с этим сравниться не сможет никто. Вот. Поэтому в целом, еще раз говорю, это плохая история. Ну, а что касается смешного замечания, с которого вы, Соловьева, начали трансляцию, то, что Шойгу пошел на повышение. Тут есть тоже очень смешная штука. Дело в том, что, да, формально Патрушев, который отправился вообще в никуда, фактически, он, находясь в кресле секретаря Совета Безопасности, он, конечно, был более тяжеловесен, чем Шойгу. Но тут ведь закон же очень простой. Не кресло красит человека, а человек кресло. Поэтому одно дело Патрушев в кресле секретаря Совета Безопасности. Он 16 лет это кресло, так сказать, обтирал, подгребал под себя и умел им пользоваться. А другое дело Шойгу. Ну, яркий пример, когда действительно административная должность играет различную и обладает разной переменной политической массой. Это вот одно дело Медведев в должности президента, а другое дело Путин. Медведев, он и хоть назначь его папой римским, он все равно останется человеком с нулевой политической массой. Ну вот, и здесь вот Шойгу, конечно, в должности, которую раньше занимал Патрушев, он, конечно, все равно оставался клоуном. Вот, так что вот такая история. Но в целом, еще раз говорю, это, конечно, все некоторые пока может быть временные, но минус Украине. Единственное, что можно сказать, что пока этот Белоусов войдет в должность, пока он освоится, пока он узнает, где авторучки лежат, где кнопка, с помощью которой секретаршу можно вызывать. Ну, это обычная история. Для того, чтобы войти в должность, требуется время. А самое главное, что не может не радовать, это то, что вот сейчас в Министерстве обороны никто не работает, российском, никто не работает, потому что все бегают как ошпаренные, все пытаются понять вообще, кого следующего потащат, значит, на это самое, на дыбу.
Вот, пытаются понять, а когда вообще в следующий раз за ним придут, ну и так далее. То есть я думаю, что несколько недель в Министерстве обороны работать не будет никто. Прекрасное время, как по мне. Игорь Александрович, ну так уже произошло, что мы с вами так итоги недели, знаете, подводим и вспоминаем все то, что за эту неделю произошло. И что касается вот Шойгу, Патрушева, Белоусова, хотелось бы такие, знаете, точки поставить еще раз. Шойгу, который катался с Путиным везде, который с ним и тайгу брал, и коней на скаку останавливал, и в горящую избу входил, и в Аполлонку нырял. Ну, то есть вот вообще был при нем всегда такой карманный Шойгу, вдруг снят с должности министра обороны. То есть для меня это означает, что, получается, ну, как бы небожителей спустили на землю, или же это была демонстрация того, что недотрог в России нет. Сначала Пригожин, которого все говорили и называли, кухарем Путина, да, и он был там, ходил с ним, ручкался и всегда был при нем, и мы увидели его смерть. Тут Шойгу снимают с должности, Патрушев, который 16 лет сидел и грел этот стул, тоже уходит со своей должности. То есть для меня это демонстрация того, что небожителей нет, все. Только, есть только Путин, все остальные могут меняться. Ну, скажем так, это свидетельство того, что режим друзей, вот такой фашизм для друзей, основанный на каких-то приятельских, понятийных отношениях, он заканчивается. Насколько он закончился окончательно, не знаю, сомневаюсь. Но, по крайней мере, Путин пытается от него отказаться. Он пытается перейти к, так сказать, правлению сталинского типа. У Сталина не было друзей, у него там любой его, так сказать, подельник, который его называл Коба, который, так сказать, с ним был на каторге, он, для него это ничего не значило. Он любого готов был поставить к стенке. Путин пытается перейти на такой же режим, тоже без друзей, основанные на функциональности, основанные на целесообразности и так далее. Явно в эту сторону идет движение. Насколько он в состоянии это сделать, не знаю, не думаю. По крайней мере, ну, в отличие от Сталина, который явно ориентир для Путина, Сталину не требовались годы для того, чтобы привести приговор в исполнение. Он это делал мгновенно. Путин для того, чтобы разобраться даже с Пригожиным, который, так сказать, в течение года материл его, посылал его куда подальше, демонстративно на глазах у всего мира, ему потребовалось несколько месяцев для того, чтобы разобраться с Пригожиным. Так что здесь вот разница есть. Но в целом я думаю, что да, это вот попытка отказаться от такого вот от кумовства, от такого вот, ну, что называется, от кооператива озера. Или там вот от какого-то, от понятийного, вот от этого вот понятийного правления, когда правят по понятиям. С сегодняшнего момента, да, друзей нет. Есть, так сказать, суровая военная целесообразность. Так, по крайней мере, хотел бы Путин. Насколько у него это получится, еще раз говорю, не знаю, не уверен. А вы видите, что толкнуло Путина на этот шаг, отказаться от друзей, то есть остаться одним? Сначала мы видели, как перед полномасштабным вторжением, перед 24 февраля, Путин пытался всех вымазать кровью, он собрал всех вокруг себя и заставил каждого сказать о том, что он не против пойти войной в Украину. Таким образом, поставив им вот эту вот кровавую точку на лбу и вымазав всех, показав, что мы все в этой крови и мы все в этой войне, а теперь он пытается отказаться от этих друзей, которые взяли на себя часть его вины. Что произошло? Ну, во-первых, прежде чем ответить на ваш вопрос, я хочу заметить, что именно тогда Патрушев единственный, кто возражал Путину. Патрушев сказал: а давайте мы сначала поговорим с Америкой. Сначала просто попробуем переговоры провести. Ну, и Путин тогда ничего на это не сказал. Он не стал ему одергивать, не стал ему говорить, как ты можешь и так далее. Нет, он просто запомнил. Ну вот прошло 2 с лишним года,
И Путин вспомнил Патрушеву, что, в общем-то, напрасно он спорил с царем. Достал свою книжечку с обидами и начал вычеркивать оттуда фамилии. Да, вот именно так. Но на самом деле, ну и, кстати говоря, не расстрелял ничего, так сказать, ну а там отправил на рыбное хозяйство. Вот, значит, теперь, что касается, что произошло. Ну, произошел такой пустяк, что, в общем-то, за два с лишним года войны, уложив в украинскую землю примерно 500 000 своих солдат, Путин добился грандиозного результата. Он взял Авдеевку, ну и сейчас вот пытался с гигантскими усилиями взять Часов Яр, не получилось. Ну, в общем, совершенно очевидно, что что-то идет совсем-совсем не так. И произошло действительно такое событие, я бы сказал, растянутое на два с лишним года. Война идет совсем не в том направлении, в каком он ожидал. То есть вот это вот оно и произошло. И Путин пытается на это каким-то образом отреагировать, пытается устроить вот такую вот перестройку в фашистском своем государстве. Пытается переучредить, перестроить этот фашизм на новых основаниях. Потому что ясно, что вот воевать в условиях, когда у тебя, так сказать, сидит вор на воре, вором погоняет, и когда, так сказать, все работает по понятиям, а по понятиям ты должен не обязательно, так сказать, отдавать себя всего войне, а ты должен себе оставлять 90%, работать на себя в значительной степени. Так вот, выясняется, что это не очень эффективное государство для войны. В общем-то, нужно какое-то другое. Поэтому вот это стало толчком, безусловно. Тут у Путина вопрос выживания. Он же понимает прекрасно, что вот так он не то что не выиграет войну, так он ее просто проиграет. Он-то ее проиграет на самом деле в любом случае, но он про это, конечно, не знает. Но он действительно понимает, что все идет совсем не в том направлении, в каком он ожидал. Отсюда и попытка перестроить. Вы сказали о том, что Путин пытается теперь отойти от классического Путина и стать таким классическим Сталиным. И тут тоже интересный момент. Я хочу вот это вот видео с вами посмотреть тоже. Президент Путин сегодня вылетает в Китай. Это его первый государственный зарубежный визит после вступления в должность. Сразу два города – это Пекин и Харбин. Летит Путин вместе с новым, только что утвержденным кабинетом министров, министром иностранных дел Лавровым, новым министром обороны Белоусовым, экс-глава военного ведомства, ныне секретарь Совбеза Шойгу, тоже летит. Ночью президент Путин подписал указы о назначении своей новой команды и ночью же провел первую встречу. У вас есть понимание, почему он вдруг начал встречаться ночью со всеми? То есть такой маленький недоросший Наполеон, который решил, что он будет спать по 3 часа ночью, и поэтому делать ему нечего. И вместо того, чтобы держать за руку Кабаеву, он теперь ходит и кошмарит всех, кого призначил на новые места. Что это за ночные встречи? Ну, вообще, все-таки ближе пример, с которого мы начали, это Сталин. Сталин же ночью работал. Это было известно, что все смотрели вот это вот окошко, Сталин не спит, значит, и весь чиновничий люд должен не спать. То есть это явно со Сталина берет пример. Вот. Насколько это эффективно для управления, Бог его знает, но, во всяком случае, он именно это пытается делать, именно пытается подражать своему кумиру. Вот. Очень смешно, конечно, то, что он весь свой выводок потащил в Китай под ясные очи пекинского хана. То есть то ли смотрины устроил, то ли, так сказать, приехал согласовывать свои назначения, чтобы, значит, Си Цзиньпин посмотрел и одобрил. Ну, выглядит это очень, конечно, смешно. Все уже шутили насчет этого самолета, перегруженного, значит, телами путинских приближенных. Все спрашивали,
Ну, неужели же у Зеленского не найдется нормального ракетчика, который может решить эту проблему? Ну, вот тем не менее. То есть все это выглядело чрезвычайно забавно. Понятно, что для Путина это визит к своему главному покровителю. Он очень важен, потому что на самом деле Китай действительно становится чрезвычайно важной страной для Путина. Это страна, которая экономически сейчас поддерживает Путина, которая дает Путину военные технологии, которая санкционирует, чтобы прокладка Сизинпина, Северная Корея давала Путину ракеты и так далее. То есть ну, поехал к своему по начальству доложиться о проведенной перестройке. Казалось бы, но почему-то рассказывал о праздновании китайского Нового года в Москве и говорит, прошло с размахом, понравилось театр, москвичам шоу, очень. Музейные выставки, кинопоказы и многое другое. Хочу обратить внимание, что в феврале в Москве при поддержке мэрии города впервые был официально отпразднован Новый год по китайскому календарю. Должен сказать, что его красочные мероприятия прошли с большим размахом и понравились сотням тысяч горожан. Хлебозрелищ. Когда есть хлебозрелищ, это всегда нравится горожанам. Знаете, я вот смотрела и думала, кого мне Путин напоминает. Вот как Лукашенко приезжает к Путину на поклон. Вот мне вот точно такая же картина, только теперь Путин на месте Лукашенко с этими бумажечками рассказывает Си о том, как же хорошо управляет он этой великой страной. Ну, на самом деле здесь, конечно, аналогия полная, потому что действительно, ну, только разница в том, что все-таки Россия несколько больше, чем Беларусь. Но, тем не менее, в соотношении с Китаем, если брать численность населения, то пропорции очень похожи. Так что, ну и, в общем-то, сама система отношений та же. То есть это, безусловно, отношение вассала. Вот. Хотя есть очень сильное преувеличение в том, что можно попытаться как-то надавить на Си Цзиньпина, чтобы Путин прекратил войну. Вот эта иллюзия, мне кажется, она очень ложная и опасная у некоторых западных руководителей, которые пытаются воздействовать на Си Цзиньпина. И вот в ходе последнего визита Си Цзиньпина в Европу были попытки как-то договориться с лидером Китая, чтобы он воздействовал на Путина с тем, чтобы тот войну прекратил. Здесь сразу одновременно две ошибки. Во-первых, Си Цзиньпин, в принципе, заинтересован, является бенефициаром этой войны, поэтому он ни при каких обстоятельствах не будет хотеть, чтобы она кончилась. И второе, это то, что все-таки Путин, конечно, очень сильно зависит от Си Цзиньпина, но он не является напрямую его, так сказать, подчиненным. Поэтому войну он, конечно, не прекратит ни при каких обстоятельствах. Для него война – это единственный на сегодняшний момент единственный способ выжить. Это для него сейчас единственная возможная форма существования. До 24 февраля 2022 года было, конечно, не так. До этого времени Путину не нужно было ничего для того, чтобы сохранять свой режим. Он его сохранял при любых обстоятельствах. Ну а после 24 февраля 2022 года он сделал вот этот вот необратимый шаг, и теперь он может существовать только в условиях войны. Так что войну он не прекратит. Ну а так все остальное действительно похоже на отношения между Путиным и Лукашенко. Празднование китайского Нового года рассказал. О том, что не раз слышал, как наши китайские друзья поют популярные российские песни. Наверное, «Шамана, я русский». А потом, ну вот тоже интересно, телеграм-каналы дают как будто бы цитату Путина, которая звучит как... Министров должны состояться в Москве. У нас мы вас ждем, что они послужат дальнейшему последовательному углублению российско-китайских связей. Ну, вы вспоминали о
Китай, о турне европейском Си Цзиньпина, а тут Путин как будто бы говорит, ну, по крайней мере, цитату дают таким образом. Очередные переговоры с Китаем состоятся в Москве. Но если слушать Путина, то ощущение, как будто он говорил, что было бы неплохо, если бы следующий этап наших переговоров произошел все-таки в Москве. И тут мы говорим о том, что Си Цзиньпин поехал, ну, как будто бы в европейское турне, да, это была не совсем прям Европа, ну, прям в таком в классическом ее понимании. Он больше поехал странами, которые там так или иначе поддерживают или политику Путина, или остаются в нейтральном статусе. Тем не менее, теперь Путин говорит, ну так как нам же, как когда, приезжайте же к нам, мы же ж вот тоже хотим вас видеть, получается. Ну, что касается поездки Си Цзиньпина в Европу, то на самом деле он реализовывал свои цели. Он приехал, во-первых, устраивать своего рода, ну не раскол Европы, это слишком громко сказано, но устраивать такой вот плацдарм для освоения Европы. Это, прежде всего, Венгрия, это Сербия. То есть, что касается Венгрии, то она уже явно превращается в такой хаб для презентации китайских товаров. Вот. То есть он вот в этом, скажем, в этой попытке друг друга использовать, Си Цзиньпин явно переиграл европейцев. То есть он просто приехал в Европу реализовывать свои собственные цели. И действительно он поддержал тех, кто поддерживает, ну, открыто, Орбан открыто поддерживает Россию. Сербия тоже в достаточной степени не стесняется в своей открытой поддержке России. То есть он приехал поддержать те страны, которые Россию поддерживают. Это совершенно очевидно. Но, значит, что касается грядущие поездки Си Цзиньпина в Россию, то я думаю, что за этим дело не станет. В общем-то, проблем нет никаких. Я думаю, что она состоится. Тут самый-то главный вопрос – это в том, насколько американцы в своих переговорах с Си договорятся все-таки о том, чтобы он не предоставлял России каких-то критических военных технологий, которые позволяют ему, России, увеличить свой боевой потенциал. Здесь уже вопрос пока открытый. Но пока, ну, то, что Си, безусловно, является сторонником Путина, поддерживает его в этой войне, это очевидно. И с этого пути Си, конечно, столкнуть не удастся никому. Да, он был в Сербии, в Венгрии, был еще и во Франции. Про Францию нельзя сказать, что они в нейтральном статусе или же поддерживают политику Путина. Тут надо, собственно, вспомнить и предложение Эммануэля Макрона о том, что могут быть отправлены наземные войска в Украину, если будет необходимость или же такая просьба от Украины. Может быть, Си хотел лично спросить у Эммануэля Макрона, когда он в последний раз звонил Путину. Не знаю, может быть, хотел уточнить, что там было в этом телефонном разговоре. Тем не менее, если вернуться еще раз к Белоусову, был тоже такой интересный фрагмент в этих видеосюжетах о том, что он теперь новый, как бы, руководитель Министерства обороны, когда они с Валентиной Матвиенко идут там по холлу и говорит, что ну вот сейчас вот жизнь совершенно другим образом пойдет, и что для них это было неожиданностью, такой выбор Путина. Вы можете себе представить, что это действительно стало неожиданностью? То есть Путин утром проснулся и такой: а назначу-ка я Белоусова на эту должность. И когда я увидела Белоусова на этой должности, для меня это означает, что, ну, если он раньше занимался экономикой, то для меня это означает, что теперь экономика Министерства обороны равна экономике Министерства России. Вы сказали про то, что каждый третий рубль идет на войну. Я так понимаю, что теперь каждый первый и последующий рубль будет идти исключительно на войну. Тут несколько вопросов. Что касается неожиданно-ожиданно, я думаю, что для Матвиенко вполне возможно, что это было неожиданно. То есть я не думаю, что Путин с ней согласовывает или советуется по поводу принятия решений. Так что для Матвиенко, возможно, для Володина, это было вполне возможно, что и неожиданно. Что касается Белоусова, ну, маловероятно. Я думаю, что какие-то предварительные консультации с ним были. Вряд ли
вот так внезапно на такой экспромт Путин бы пошел. А что касается главного вопроса, это вот то, что вся экономика станет целиком военной, то здесь вот очень большой вопрос, потому что все-таки на протяжении всех этих лет, вот этих двух с лишним военных лет, экономику России удерживала на плаву команда Мишустин, Силуанов, Набиуллина. Это люди, которые вот с моей точки зрения являются главными врагами Украины. Не вот эти все там генералы, не там вот вся эта военная публика, а именно вот эти трое, потому что именно они спасли экономику России и не дали санкциям с ней разобраться. Нет у меня уверенности на сегодняшний момент, что Белоусов сможет в этой аппаратной административной борьбе сможет их переиграть и превратить всю экономику России в экономику войны. Потому что если это произойдет, то будет, на мой взгляд, следующее. На первых порах в Украине будет сильно хуже, а в какой-то обозримой перспективе российская экономика просто лопнет и надорвется. Как это произошло с советской экономикой, когда она попыталась втянуться в гонку вооружений и вся перестроиться на войну. То есть не выдерживает такого напряжения экономика. И опять-таки это можно было делать при сталинском режиме, когда все это было органично, когда это было действительно... То есть Сталину в значительной степени удалось превратить страну в военный лагерь. И концлагерь, военный лагерь, то есть вот в такой вот, не полностью, там тоже были ниши, лагуны, щели, но в основном удалось превратить. То, что сегодня представляет собой путинская Россия, в такой военный лагерь не превращается. Это вот совершенно очевидно. То есть это невозможно. Ну, и социально-экономический фундамент не тот, и... Отношения между людьми совершенно другие. То есть, это невозможно сделать. Поэтому я думаю, что ни у кого сейчас это не получится. Так что вот эта идея, чтобы превратить оставшиеся две трети экономики России в чисто военную экономику, это нерешаемая задача. И тем более, что, откровенно говоря, еще раз подчеркиваю, здесь есть некоторые неизвестные, а именно насколько Белоусов является таким мощным администратором. Этого никто никогда не видел. Ведь его в деле не видели никто. Его слышали, его выступления слышали, его позиция известна. Но что он представляет собой как менеджер, не знает никто. И вряд ли вот в нем этот талант менеджера так долго спал и вдруг наконец проявится. Это маловероятно. Так что шансов превратить всю экономику России в экономику войны, я думаю, что нет ни у кого, и это нереализуемая задача. И тут тоже опять вспоминается то, что вы говорили... Сталин принимал более решительные меры, или же более решительный был, да, расстрелять, и как бы на этом все закончилось. У Путина на это идет дольше, больше времени, и, собственно, он как бы по отношению там к своим друзьям пытается все же оттянуть этот момент. Хотя, опять-таки, может быть, в этом более... Как сказать, более строг Путин, потому что расстрелять это один раз, и как бы на этом все закончилось. А если спустить с небес и сделать человечка обычным холопом, наверное, от этого как бы мучаешься больше в таком положении дел. Еще вчера ты был министром обороны, а сегодня никто и не знает, как тебя зовут. И портреты твои в онлайн-магазинах подешевели в 3 раза, а потом вообще будут на свалке валяться, и никто не вспомнит, что был такой Шойгу. Поэтому, наверное, это как-то намного больнее. Тут есть личная просьба к новому министру обороны от Захара Прилепина, который написал: при первой же возможности попросил бы Андрея Ремовича ротировать те 300 тысяч мобилизованных, что почти безвылазно находятся на фронте почти 2 года. Это не просто перебор, это унижение самых ответственных и честных детей России, взваливших на себя непомерную ношу. У нас есть кем заменить этих людей, мы обязаны их
их заменить. Война надолго. Ну, я, конечно, понимаю, что у нас нет номера телефона Захара Прилепина, но, тем не менее, хотелось бы, наверное, сказать, что те 300 тысяч, о которых говорит Захар Прилепин, они, наверное, как бы уже не ротируются. Ну, во-первых, да. Во-первых, эти 300 тысяч уже никому ничего не хотят. Скорее всего, они уже спокойно лежат в украинской земле, ну, или едут в черных мешках домой. Но тут есть еще одна история. Дело в том, что все-таки Путин назначил Белоусова главой Министерства обороны. А то, о чем идет речь, это все-таки в значительной степени функция главнокомандующего российскими оккупационными войсками. То есть, ну, во многом, во всяком случае. Так что здесь по-прежнему остается, этим главнокомандующим остается совсем не Белоусов, а по-прежнему остается тот человек-невидимка, которого, как говорят, зовут Герасимов. То есть войну-то непосредственно оккупационными войсками руководит вот этот вот невидимый генерал Герасимов. Он по-прежнему, ну, вот его... Кто-то даже, говорят, видел, но не знаю, он не появляется, но тем не менее по-прежнему руководит этими боевыми действиями оккупационных войск. Поэтому здесь еще один вопрос, это как выстроится отношение между Белоусовым и главнокомандующим вот этими оккупационными войсками Герасимовым. То есть явно в функции, если Шойгу, ну понятно, что Шойгу никакого отношения к армии никогда не имел, и к войне он тоже не имел никакого отношения, но там он как-то выстраивал отношения с Герасимовым, то вот у этого пока непонятно, как они сложатся, потому что все-таки непосредственно на поле боя руководит всем процессом совсем не министр обороны. Так что вот требование Прилепина, оно помимо того, что является бессмысленным, оно еще и не по адресу. А еще одно событие этой недели – это так называемый «белгородский сахар». Теробороновцам им тоже огромное спасибо, потому что многое от них здесь зависело. Они помогали. Вот мы здесь находимся рядом с разбитыми машинами. Это тоже заслуга теробороны. В общем, пока, Ольга, такая ситуация в Белгороде. Получается, что белгородская тероборона что-то сделала с рядом стоящими автомобилями возле этого дома. Но, тем не менее, в один момент вражеская украинская ракета, облетев Белгород, для того, чтобы обмануть славное белгородское ППО, залетела со стороны России внутрь на первый этаж дома, для того, чтобы его завалить и для того, чтобы, собственно, все показывали пальцем именно на Путина. Ну, сделала все возможное, что было в ее силах. При этом точку У Украина не использует уже как бы более полтора года, как минимум, потому что как бы ракеты к ней закончились давным-давно, но одну специально берегла для Белгорода именно на этот день. Что скажете по этому поводу? И смотрите, какая интересная история. Раньше для того, чтобы о теракте говорили, Путину нужно было просто подорвать один дом, и как бы месяц, два, три об этом говорят. А тут дело одного дня. Получается, про Белгород уже как бы никто и не помнит в течение этой недели. Ну, было и было. Ну, здесь на самом деле две составляющие, как мне кажется. Ну, первое, это то, что огромным количеством видеоматериалов, фотосъемок, заключений экспертов доказано, что это все-таки не Украина. Что это, ну, это что-то прилетело с российской стороны. Ну, а такого, так если представить себе, такой мощности оружия, которое могло бы облететь земной шар и с тыла ударить по, так сказать, по Белгороду со стороны России, такой дальности оружия у Украины точно нет. Да и, скорее всего, ни у кого в мире нет. Поэтому это, в общем, нелепое обвинение. Но есть и вторая сторона вопроса. Вы знаете, со стороны Белгорода идут постоянные обстрелы Харькова, то есть ежедневные практически. Со стороны Белгорода идет
стирание Харькова с лица земли. И, в общем-то, украинские вооруженные силы имеют полное право обстреливать Белгород в ответ. Причем понятно, что в ходе этих обстрелов будет, хотя мирное население не является целью Украины, но то, что мирное население может гибнуть в результате этих обстрелов, это совершенно очевидно. Поэтому вообще непонятно даже, собственно, и предмет разговора. Вот, откровенно говоря, мне непонятен вот сам этот пафос. А как? А нас-то за что? Ну, за то самое. Со стороны Белгорода идет постоянное уничтожение харьковских мирных жителей Харькова. И поэтому удивляться то, что в ответ что-то летит, ну, это довольно странно. И, кстати говоря, я думаю, что в этом году произойдет очень важное событие. Это отмена на всех уровнях абсолютно идиотского запрета Украине наносить удары по российской территории, по военным объектам, находящимся на территории России. Я думаю, что это вот риторика, что Россия может уничтожать любой город, любую точку на территории Украины, а Украина в ответ должна бить только по своей территории. Ну, этот идиотизм, я уверен, закончится в этом году, тем более, что уже многие в Европе и на Западе от этого отказываются. Уже откровенно Великобритания отказывается от этого, уже откровенно целый ряд политиков других стран от этого идиотизма отказывается. Я надеюсь, что в этом году этот перелом состоится. И еще одно событие тоже, которое не можем омянуть своим вниманием, по крайней мере, потому что его не прошли стороной на российских телевизорах, это покушение на словацкого премьера Фицу, которое произошло днями. И, собственно, не прошло и буквально нескольких часов, как в российских эфирах начали тыкать пальцем и опять куда? Конечно же, в сторону Украины, говорить о том, что Фицо – это же вот российский друг, это же как бы пророссийский человек в Европе, это он продвигал российскую повестку, и вот, собственно, на него это все покушение произошло. Обеспокоенность и событием, и здоровьем Фицо президент Украины тоже сказал несколько слов. И мы, собственно, об этом говорим постоянно в эфирах. Уже там задержали подозреваемого, он сказал, на каком основании он это сделал. Но суть остается сутью, опять-таки. Потому что сейчас я не любитель теории заговора. Я не ищу российский след всюду. Но, опять-таки, что не событие в Европе, все так или иначе указывает на какой-то российский след. Ну, история с этим покушением, она, ну, с одной стороны, действительно есть вопросы, с другой стороны, опять-таки, по горячим следам установлено, что вот этот вот немолодой человек, который совершил покушение, ну, скорее всего, это все-таки был одиночка. И, скорее всего, это был человек, который когда-то придерживался крайне правых взглядов и ориентирован был совсем не на демократические установки, а это был человек, который ориентирован был все-таки на какие-то пророссийские политические структуры. Значит, усматривать украинский след везде. Ну, слушайте, если теракт в Крокус-Сити умудрились обвинить Украину, то понятно, что, значит, вот это вот покушение на Фицу, конечно же, будет приписано Украине, а кому же еще? Ну, кстати говоря, я должен сказать, что не все так близоруки. Я внимательно смотрю российский телевизор. И надо сказать, что в программе у Соловьева там есть такой сталинист Стариков, довольно, довольно карикатурный. Так вот, он обвинил в этом теракте, значит, американцев и европейцев. То есть, ну, англосаксов, короче говоря, по их выражениям. То есть это вот они, вот эти вот древнегерманские племена, совершили заговор против ближайшего друга Москвы. Так что вот не все Украину обвиняют. Есть и более глубокомысленные люди. Но в любом случае понятно, что мысли у этих людей работают. Они уже давно все раскрыли. Они вообще
обладают удивительной способностью раскрывать все преступления мгновенно. Только вот то, что происходит в России, там убийство Старовойтова никак заказчиков не выявят, убийство Немцова, убийство Политковской. То есть это вот, ну, здесь вот как-то их мгновенная шерлок-холмская интуиция не срабатывает. А так-то любое преступление они тут же видят украинский след или американский, или британский. Мы бы, конечно, посоветовали купить им очки, но тогда я думаю, что это все превратится в другую сказку. Будет называться «Мартышка и очки». Мы говорим о том, что они как обезьяна с гранатой, а потом будут «Мартышка и очки». Игорь Александрович, спасибо вам за комментарии. Спасибо, Екатерина Валерьевна. Хорошего вам завершения недели и до скорой встречи. Ігор Олександрович Чекавенко, дякую вам, друзі, за те, що були з нами, за ваші вподобайки і коментарі, за те, що підписуєтесь на YouTube-канал 24-го каналу. Ну і, звісно, вчергове знову опять кажу вам, бережіть себе, побачимося з вами і па-па.